Созданный в 1994 году под руководством музыканта и композитора Александра Кузнецова, ансамбль «Вдохновение» вошел в ряд наиболее известных творческих коллективов Орехова-Зуева, а в 2010-м ему было присвоено звание народного. В концерте принимали участие вокальное объединение «Белла Воче», хоровая академическая капелла «Комсомолия», солистка столичного театра опереты Елена Дементьева, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Ирина Коробова и многие другие. Полную видеоверсию юбилея вы скоро сможете увидеть на нашем телеканале.